Сейчас буду собирать иван-чай и приготавливать из него напиток всем известный. Приступим. Экшн-камеру сейчас креплю на сосне, и она будет у нас вместо штатива. Собирал уже пол пакета каких-то 5 минут. Листья срываю, вот от верха отступаю столько. Насобирал целый пакет иван-чая. Вечером буду его перерабатывать. Нарезаю иван-чай. Смотрю YouTube блогера «Жизнь в деревне». Сейчас нарежу, потом просто буду брать вот так вот и жимкать чай. Мах, ферментировать. Потом на полдня в пакет, такой пакет положу, будет киснуть, ферментировать. И вечерком приду с работы, буду сушить в духовке. Тут у меня вкусный иван-чай. Насобирал псковской липы, смешаю иван-чай с липой, и получится вкусняшка. Сейчас я в Санкт-Петербурге. Приехал вчера Ковской. Вот так перетирается все. Ну так, чтобы сок дало. Продолжаю рассказывать про изготовление чая. Вот сейчас у нас готовый чай, иван-чай, зеленый. Почему зеленый? Он не так сильно ферментирован. Сейчас у нас в духовочке томится иван-чай, сушится. Сейчас вам покажу. Вот, сушится, уже почти высох. Сушу двумя способами. Закладываю
сырой. Он здесь подсушивается, подвяливается. Вот, потом отсюда перекладываю сюда. Сейчас покажу. Вот так вот делаем. Отсюда берем, пересылаем сюда. Вот. Перемешиваем. Закладываем. Берем тазик. Вот так он выглядит. Это сутки прошло. Он потомился маленько. Вот такой вот сыроватый. Такой ароматный запах у него. Накладываем. Накладываем сюда. Сюда накладываем. Закрываем на минималочке. Где-то градусов 120, наверное. У меня еще здесь сушится липа. На берегу реки Великой набрали липу. Чай этот, естественно, будет зеленый. Следующей партией будет черный. А как получается черный? Просто надо сильнее его отжать, еще сильнее потискать его. Вот. И подольше посушить. Когда дольше сушится, он цвет другой приобретает, более темный. Вкусовые качества изменяются. И в него добавлю липу. Липовый лист. То есть чай будет иван-чай. Темный, ферментированный, с липой. Ну, вот так вот делаем чай. У меня такой способ, у кого-то другой. Спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь. До скорой встречи. Алексей, в Санкт-Петербурге. Эко-поселение «Чистое небо». Усадьба «Мятная поляна».